Ну, надо не зацикливаться на этом матче, я думаю, настраиваться на следующий матч. Следующий матч еще труднее соперник, посильнее, мне кажется. Надо готовиться, поэтому матч забыть. Такой настоящий дебют в КХЛ получился. Какие первые впечатления? Ну, эмоции непередаваемые. Начало, ну, не особо хорошо получилось, а потом уже не смогли вернуться в игру. Была нервозность перед первой сменой? Да нет, особо не было. Парни подбодрили, сказали, как все делать. Все хорошо было.